Один. Давай, Слава, сделай нас. Я начал ходить жестко по ресторанам, кушал очень вкусную еду, и за полгода я нарастил 13 килограмм. Как вам такое? А теперь челлендж, челлендж. Я должен за следующие 2-3 месяца все это скинуть обратно. Запомните меня сейчас вот таким. Что подарили? Тебя опять выведут? Ждите, что будет в следующий раз. Окей, Москва. Покажите мне, пожалуйста, светом центр зала. Мне это очень важно. Что бы дарили? Есть такая опция у световиков сегодня? Потом гляну. А посветите там. О, здорово, ребята, с нами, здорово. Вы покажете сегодня, что такое Москва? Просто я сейчас поеду в тур. И вдруг там ребята лучше, чем вы, умеют слэмиться. Я не знаю, может, тогда не буду больше никогда в Москве выступать. Все зависит от вас. Здорово, девчонки в первых рядах, пацаны. Випочки, все здорово, с Куфи на баре. Все привет, здравствуйте. И я хочу начать свое выступление с самой русской песни под названием «Лада». Погнали. Лада, турбо, спейс, 205 по встречке. Славик, голубый, дикий бейс. Каждый новый вечер.
Кайфы. Блин, так давно не выступал. Прикольно, я даже упал на сцене, видели? Но я выгрузился, типа, так и надо. Фух. Я, кстати, в Диснейленде был недавно, прикиньте, там круто. Как вы, наверное, видели по моим кружкам, мне там очень понравилось.